Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Эрихзан. У нас вышло обновление 2.7.1. Мы сегодня будем играть, обозревать обновление. Это у нас обновление связано с освещением, где здесь добавили много разных эффектов, а именно атмосфера. Давайте будем смотреть, играть. Поиграем мы сегодня с Эрихом, думаю. И на призраке, чтобы нам Эрих не мешался. Посмотрим, что это у нас за атмосферное обновление. Так. Ну вот, тьма какая-то. По-моему, да. Поменяли некоторые текстуры. Погоди-ка. Ну, давайте продолжить, что ли. У меня качество самое хорошее, самое высокое. Либо я что-то не то нажал, либо тут реально изменилось, вот тут что-то подсвечивается. Ну, короче, ребят, о, тут реально поменяли освещение, да. Давайте смотреть. Вот эти вот колыванчики уже другого цвета. Тут, короче, работает и работает над икрой до сих пор. Уже очень много времени прошло с обновления, но тут до сих пор вот... Охренеть! Давайте не будем, что ли, пропускать. Ох-ох-ох-ох-ох! Далее. Ничего себе атмосфера! У меня аж мурашки по коже. У меня реально сейчас мурашки по коже. И Эрих такой! Хо-хо-хо-хо-хо. Ребят, реально атмосфера очень поменялась. Давайте будем проходить. Жестяк. Это жесть. Это реально просто жесть. Будем чекать все шкафы. Ребята, просто жестяк. Вот наш Эрих тут бегает. Реально такое темное все. Вся местность реально потемнела. Стала более темной такой, да? И Эрих сам. Ты где, Эрих? Привет, открыл нам дверь. Уже были какие-то баги с освещением, я видел. Да, ребят, реально темно стало в игре. Темнота. Тут какая-то подсветка имеется. Так, ну, ребят, я реально в шоке. Вот особенно как будет загораться котел, вот это вот мне тоже интересненько. Ой, ну реально круто. Тень, у меня аж... слова пропадают. Так. Давайте хоть кирпичиком его вырубим. Что ли? Эрих. Дыц. И все. И Эрих у нас вырубился. Ребят, и это реально очень круто. И очень атмосферно. О, старый ключ. Ты смотри, даже тут заспавнился. Правда, вот предметы я бы на их месте вводил хоть чуть-чуть, потому что ну, не видно немного. Ой, красота неземная. Просто неземная красота. Как же загорится у нас котел? Ох, ох, красота. Просто красотища. Мы сейчас обходим прям, будем обходить всю школу. Посмотрим, что да как. Реально освещение поменялось. Разработчики молодцы, что до сих пор... Вот делают такие вот обновления. Маленькие, но приятные. Маленькие, но приятные. Ух ты. Прям ух ты, ух ты, ух ты. Ты посмотри. Охо-хо. Я, ребят, реально сейчас в шоке. Что-то меня как-то так трясет, да? Не. О, тут уже светло. Тут подсвечивает полностью даже. Ой, как сияет. Аж глаза режет, да? Ты посмотри, какой Эрих тут у нас. Как будто реально играю на компьютере. Ой. Эрих, иди сюда. Ты посмотри, какой Эрих. Иди сюда на осветочку, пожалуйста. Эрих. Ой-ой-ой, это просто шедевр, не игра, ребят, все-таки мой самый лучший
Точнее, самый любимый плагиат на Грэнни — это именно Эрик Зан. Ты смотри, как еще подпрыгнул хорошенечко. Ну, видите, тут какой-то серый стал. Ну, реально, разработчики постарались и по расцветке, и вообще везде-везде. Столы двигаются, да, столы не двигаются, стульчики двигаются. Окей. Позырим, что у нас здесь. Тут у нас есть лампочка, освещает все. Ой-ой-ой. По-моему, изменились вот эти вот шуфлядки, да? Они стали более-менее красивые такие. Ой, красота неземная. Просто красотища. Реально, очень атмосферно стало играть. Просто атмосфера зашкаливает. Открылась ли нам наконец-таки эта дверь? До сих пор закрыта. Посмотрите, как светится автомат вот этот вот. Это просто-просто-просто жесть. Туалетики, какие тут ванны. Что-то тут это ужасно грязно, да? Окей. Коробочка не двигается. Этого не должно быть здесь. Может быть, если я найду какой-нибудь инструмент, я мог бы попытаться открыть его. Унитазики. Вот к унитазикам я давненько не заходил. Ой, что-то там сияет в унитазе. Погоди-ка, что это такое? А, это дублончик. Я-то перепугался. Дублончики мы, конечно, собираем. Ну, ребят, вообще жесть. Очень крутое обновление. Тут Эрих наверняка играет своим зрителям. О! Эрих Занчик, привет. Очень атмосферное обновление. Очень мне нравится все. Сейчас мы еще попробуем. Книга тут валяется. Закрыто. Закрыто. Давайте мы сейчас вот активируем какой-то листок. Или даже библиотеку давайте что ли активируем. Чтобы попытаться хоть что-то нам взять. И хоть что-то еще посмотреть. Некоторые хотя бы комнаты. Потому что вот некоторые комнаты я не смотрел. Пофиксили ли баг? Вау! Просто вау! Просто-просто вау-вау-вау-вау-вау. Это просто жесть. Посмотрите, как тут все светится. Чуть-чуть вот так вот ускоряется. Немножечко еще. Давайте возьмем, что ли, черный лист. Возьмем. Это у нас... Он лит какой-то. Давайте активируем. Эрих нас подталкивает, как всегда. Ну, давайте хоть что-то еще мы посмотрим. Активируем тут. Так. Подойди ко мне. Я хочу пить. Окей. Так. Утоли мою жажду, говорит он. Говорит монстр. Нам нужно сюда, судя по всему. Да, вот это и вот загадочная комната. Вот тут есть разные манускрипты. Ого, как сияет, ничего себе. Так, ну, ой-ой-ой. Вы посмотрите, как сияет. Так, тебе нужно чаша, кость, а кисть и кровь, чтобы рисовать каждый символ. Окей, чаша уже есть. Давайте сейчас попробуем ее туда отнести. Сейчас мы все это проделаем дело. Немножечко даже хочу попроходить, что ли. Так, у нас выход был вот здесь. Да-да-да-да-да, даже предметы у нас меняются, потому что... Вот видите, как осветочка, все поменялось, все меняется у нас. Тут у нас открыто? Да, тут у нас уже открыто. Так, можно ли... Смотри, забросили. Придет ли Эрих? Эрих. Что-то Эрих не идет. Давайте мы ему сейчас поможем. О! Спасибо. Давай ты не будешь сейчас толкаться, мы тебя пропустим. Так, забираем мы это. Несем, значит. Ребят, может, мы даже сейчас пройдем. Может, мы даже сейчас
пройдем игру, я не знаю. Получится у нас либо же нет, но мы хотя бы некоторые комнатки посмотрим. И еще сбежим, конечно же. Так. Думаю, мы сегодня не будем проходить через библиотеку, просто сбежим. Чтобы просто вот я хочу вот посмотреть некоторые вот комнатушки. Ну все, думаю, мы уже все осмотрели, да? Еще вот я хочу к заключенному наведаться. Вот, вот это вот тоже я хочу сделать. У него просто огромнейшая библиотека у этого Эриха Занна. Ребята, разработчики реально очень потрудились. Я бы хотел, чтобы вы поддержали разработчиков. Вот. Кстати, скоро также игрушка выйдет новая от разработчиков. Поиграю обязательно. Так, ломик, ломик, ломик. Ломик у нас был постоянно вот здесь в раковине. Он и спавнился. Видео нам не надо, ничего нам не надо. Хотя бы еще к заключенному мы пойдем. Давайте катапультируемся побыстряку. Побыстрячку. Катапультируемся к нашему любимому заключенному. Хоть на секундочку, но его нужно проведать, мне кажется. Во, комнатушечка. Как я здесь давно не был, слушайте. О, подбери этот символ. Взять. Тут нужно эти все символы собирать, я так понимаю. Но это слишком долго. Я очень давно эту игру не проходил, поэтому собирать я ничего не буду. О, все уже доски у нас рассыпались. Вау. Вау, вау, вау. Картина есть? Есть. Ну тут, в принципе, с освещением вот этой вот комнаты ничего не сделали. Давайте мы сейчас уже у него, в принципе, ролик заканчивать. Смотри, Эрих пришел. Эрих, красавчик, красавчик. Тут закрыто, кстати. А тут можно его вырубить. Давайте как раз-таки это и сделаем. Эрих. Он там сам шумит, нет? Смотри, багует, багует. Давай, давай, иди сюда. Ну, окей, не будем уже баловаться. Давайте будем уже проходить. Возьму я ключенцы, значит. И мы уже будем проходить. Освещение просто шедевральное. Разработчики молодцы, что сделали такое прекрасное обновление. Но я бы вот некоторые вот эти вот ступеньки сделал посветлее. Да, конечно, игра стала поатмосферней, но я бы еще над световыми эффектами еще бы немножечко поработал. Вот, а так все идеально, просто идеально. Сейчас мы выйдем еще на уличку, посмотрим, что там у нас. Ты что тут делаешь, старичок? Не понял. Ты что делаешь? Сейчас мы ему тоже, что ли, поможем? Давай, давай, что ты? Ну, короче, непонятный какой-то старичок. Мы сбегаем без него. О, смотри, в концовке появился. И мы сбегаем. Вот такое вот атмосферное у нас обновление было. Смотри, там старичок махает руками. Ай-яй-яй. Ну все, на этом все. Вот такое вот было обновление. Разработчики молодцы. Обновление мне понравилось. На этом все. В магазине ничего новенького не добавили. С вами был я, Дмитроза. Мы сегодня играли в игру под названием Эрик Зан. Всем удачи, всем пока-пока.